В общественной приемной председателя партии «Единая Россия» Дмитрия Медведева провел прием жителей депутат Московской областной думы Юрий Липатов. Круг проблем, с которыми обращались люди, был довольно разнообразен. От пенсионного обеспечения, темы общественного транспорта и вывоза мусора до получения финансовой помощи и путевок на реабилитацию инвалидов. Мне недавно приходилось принимать население и в Котельниках, и в Латкарино. К моему удивлению, люди приходят сейчас с одними и теми же вопросами. Любовь Шипенкова подготовила сразу несколько вопросов. Основной – по оплате за вывоз коммунальных отходов. Дело в том, что ей начисляют плату за вывоз отходов за весь календарный год и по адресу ее квартиры в Молокове, и по месту нахождения ее дачного дома, где она проживает только в летние месяцы. Женщине подсказали, что в этом случае необходимо написать заявление оператору, осуществляющему вывоз, о сроках проживания в дачном доме, чтобы плату начисляли только за период проживания. Также депутат подробно ответил и на другие вопросы. На мои вопросы, в общем-то, получила исчерпывающие ответы. В общем, мне очень понравился прием. У Светланы Семеновой сын Саша – инвалид первой группы с детства. Раньше она каждый год вывозила его на реабилитацию в санаторий. Но с тех пор, как он стал совершеннолетним, вот уже в течение 4 лет, она не может получить на него путевку на санаторно-курортное лечение. То есть у меня ребенок не проходит реабилитацию. Вот, и поэтому хочу просить помощи у депутатов на реабилитацию ребенка, просто самой свозить его в санаторий. Не знаю, будут давать в этом году путевки, нет. Это не первое обращение женщины к депутатам. Сюда же она обращалась 8 лет назад с просьбой помочь приобрести инвалидную коляску. В результате коляску купили, в ней Саша передвигается до сих пор. Поэтому Светлана надеется, что и на этот раз ей не откажут в помощи. Юрий Липатов пообещал разобраться в ситуации и обратиться лично к министру социального обеспечения Московской области за комментариями. То, что социальный отдел Ленинского района обращается, они как бы свою функцию выполняют. Да, да, да. Да, они мне звонят. Но дальше еще надо понять, почему стоит нет соответствующей реакции из области, то есть в чем причина, то ли денег нет, то ли квот. Но не все приходили с вопросами. Некоторое время назад социальный отдел Ленинского района обратился к депутату с просьбой найти средства для покупки ноутбуков для 2 семей, нуждающихся в помощи. И средства были найдены. Спасибо большое. Давай, держи, учись. О следующем приеме депутата Липатова можно узнать в общественной приемной партии «Единая Россия» Ленинского района. Екатерина Борисова, Николай Карбанов, Елена Кошелева. Видное ТВ.